Кандидат биологических наук Галина Лебедева была не только женой покойного Владимира Жириновского, а еще и боевой подругой и верным соратником. Однако последние годы она не появлялась на публике. При жизни в разговоре с новыми русскими сенсациями на НТВ Владимир Вольфович назвал причину. «Уже 38 лет никакой жены. 38 лет, как я разведен. Реально не сошлись характерами. Она хороший человек, но она властная, строгая, волевая. Это мне не подходит. Она пошла в отца. Он был капитаном первого ранга, моряком. А она была любимая дочка», – заявлял политик. Он признавался, что в качестве жены ему подошла бы совершенно другая женщина. «Нужен цветок, который меня разжалобит, который благоухает, который мне хочется видеть. А это офицер. А два офицера в семье – это слишком», – говорил лидер ЛДПР. Некоторые приближенные к Владимиру Вольфовичу рассказали, что политик часто говорил, что его жена была завербована советским КГБ и представлена к нему как тайный агент. Говорил он это серьезно или шутил, как он это любил часто делать, доподлинно неизвестно. Владимир Жириновский после развода официально больше не женился, несмотря на то, что известно о его двух внебрачных детях.